Доброго времени суток зрителям и звучащим гостям нашего канала. С вами Росси, мы находимся на роли Game Online. И это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Get Even. Это игра про шутер, который у нас от первого лица рассказывает нам про историю человека, который в потоках своего сознания и также в реальной жизни пытается разузнать, что же с ним случилось, почему он потерял память и что это за загадочная девочка, на которой было размещено взрывное устройство или же в простонародье бомба. И сегодня мы сейчас посмотрим, что это за игра, что она себя представляет, стоит ли в нее играть, вы, конечно же, решите для себя сами. Мое дело малое, просто показать новиночку, которая вышла 21 июня 2017 года. Итак, я в эту, как по классике жанра, я в эту игру не играл. Мы нажимаем, видите, даже продолжить неактивно. Нажимаем новую игру. Единственное, что я здесь делаю в новых играх, когда захожу, это просто захожу немножко, редактирую звук, делаю его тише. Я надеюсь, кстати, я его сделал нормально. Так, вы готовы к встрече с любыми воспоминаниями, какими бы неприятными они ни были. Хорошо. Мягко, более безопасное путешествие по закоулкам вашей памяти. Сражения будут не такими напряженными. Я не знаю, давайте. Было болезненно, пускай будет болезненно, нам в нее поиграть буквально минут 15. Заставку давайте посмотрим, если что буду читать. Так, подпишитесь здесь, здесь и еще здесь. Я обязан сказать, что сейчас включен режим только чтения, но мы имеем право и будем вести запись. Однако, что бы вы ни увидели, это нельзя будет предъявить как доказательство в суде. Постойте, я до сих пор не уверена, если это правильно. Мне нужно ваше решение. У нас мало времени, еще немного, и начнут разрушаться клетки. Хорошо, я готова. Ух ты, какая графика, вы знаете, такая симпатичная. Так, неизвестный номер, 20 июня 2015 год, 08:30. Блэк, не приближайтесь к месту обмена. Девушка у нас, вам ее не спасти, не вмешивайтесь. Слушай, я сам решу, да? Я понял, хорошо, я прочитал. Вы можете ознакомиться с управлением в меню паузы Escape. Не хочу, я хочу просто убрать. Я понял, значит, спасти девушку. У нас есть ее фотография. Кстати, фотография как реальная. Прикольно. Это у нас камера с каким-то супер-пупер видением. Значит, все, пока все управление происходит мышкой с телефоном, и режим меняется с помощью центральной кнопки мыши. Нажатия, точнее. Это камера, наверное. Да. Процесс обнаруживания. Вещдок. А, видите, это типа вещдоки надо тут смотреть. Прикольненько, прикольненько. Хорошо, что тут еще за режим? Значит, это у нас сообщение, это понятно. Это карта, как я понимаю. Это фонарик. Это кого нам нужно спасти. Это штука какая-нибудь там. Типа эти, ладно. Хорошо. Так, у нас есть пистолет, выглядит тут очень красиво. Выбрал я его с помощью, конечно же, левой, ой, точнее, кнопочки 2. Кнопочка 1 у нас, значит, это телефон, это пистолет. Это у нас есть автомат с прицелом, ой, шикарненько. Так, значит, кнопочка F у нас взаимодействие. Графика очень приятная глазу, если честно, мне нравится. Хотя я никогда не был графодрочером, но прикольненько, очень даже прикольненько. Так, ну, я понимаю, нам нужно выходить на улицу. Ребят, я надеюсь, не лагает, потому что я настройки, честно, не менял. Только поменял звук. Я хочу быть с пистолетом. Нет, с автоматом будет спокойней, пожалуй. Ну, классика жанра QE, это, соответственно, поворачиваемся. Выглядываем, так сказать, из-за угла. Походим по мусорам, колясочка, смотрите, какая миленькая. Где-то открылась дверь. Вот. Все очень прикольно. Вон какой-то дрон летает, ребят. Если мне не показалось. А мне не показалось.
Вон летает какой-то дрон. А вон стоит солдат какой-то, ребятки, вы представляете? Хорошо, что я не совсем слепой и еще могу отличить. И не знаю, если вы его заметили сразу, напишите в комментариях. Я его сразу, если честно, не увидел. Увидел только потом, потому что у меня соколиное зрение. Обязательно, кстати, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, и ставьте лайк. Опять же, все настолько классически. Ходит солдат, свистит, типа он такой на посту. Я хочу его завалить с глушителя. Постоянно какие-то звуки происходят. Использую этап, чтобы достать смартфон. Допустим. Я думал, что я сейчас с помощью этого его увижу. Вещдок не обнаружен. Нафига мне ваш смартфон? Мне надо пистолет. Это раз. И во-вторых, мне нужен охранник. Куда он такой ушел? Я так, если честно, и не понял. Нет, тут я не могу дверь открыть. Ладно. Выходим тогда обратно в подполье. Нет, ну охранник-то был, ребят, но мне же не показалось. Вы слышали, он еще песню насвистывал. Ладно, давайте попробуем пойти в то здание. С мигающей лампочкой. Так. Пока прикольненько, мне нравится. Получше игра, чем та была в прошлом обзоре. Ребят, если кому-то понравилось, я, конечно, извиняюсь. Не хотел оскорбить ваши чувства. Так, уже лучше. Во-первых, я прекращу краситься. Так, зеленые индикаторы на торце смартфона указывают, что где находится вещественное доказательство. Удерживайте таб, чтобы открыть меню смартфона. Выберите приложение «Сканер» с помощью мыши, подведите действие, отпустив. Тепловизор, сообщение, сканер. Попробуйте просканировать поврежденный беспилотник. Хорошо, а где вы его вообще видите? Ага, понял. Давайте. Есть. Панель управления БПЛФГД. Военная технология. Военная технология, ребята. Мы тут не одни. Я понял. Так. Нет, ну графика, ну вообще классно. Вот мне нравится. Оно все так прорисовано, все так красивенько. Кукусики. Короче, вот эти рамки, она должна зеленым загореться, и это означает, что мы близко. Вернем обратно к этому, к сканеру. Текс. Закрыто. Тоже закрыто. Ну зря, не так зря. Хотя наоборот повезло, ребят, что закрыто, так бы я в них разрядил бы свой пештик. Не знаю, мне очень нравится красивая графика. Я читал об этом в интернете. Все типа, мол, вот, лагает. Не знаю, ребят, ни фризов, ни лагов, ничего нету. Может, конечно, на видео получится немножко по-другому. Заранее приношу свои извинения. Но у меня как бы сейчас выглядит все очень шикарно и очень красиво. Реально. Так, давайте возьмем смартфон. Оп. Опа. А, бачите. Тряпочка. Так, это что? Найдено ДНК. Полуженский. Возраст от 18 до 22. Куда они ее забрали? А, ну да, мы что, бабу ищем.
Приложение УФ свет выделяет следы крови. А, вот, видите, для чего оно нужно было, ребятки? Я же вам сказал сразу, а вы... Ага. Собственно. Вот так ее взяли. Вот тут ее, короче, с ней сделали какие-то дела грязные. И туда повели, в принципе. Вот след, смотрите. Отлично. Пистолет мой. Оп. Непотушенная сигарета. Так, кровь. Кровь, кровь. Кровь уходит у нас в левую дверь. Соответственно. Я хочу только взять еще сканер. Что нам скажут? Сигарета. Пепельница. Текс. Сигарета. Найден фрагмент отпечатка пальца. Нет совпадения в биометрической базе данных. Ну, фигня случается. То есть нету совпадений. Текс. Хорошо. Нам сюда. Ну, тут все красиво вроде, ребятки. Идет сохранение в правом верхнем углу. Я понял. Надо быть готовым. Так, что тут сканер у нас? Ничего не скажет. Хорошо. Ультрафиолет. Да, вот и понесли и направо. То есть вот сюда. Может, нам еще надо сюда зайти, хотя. Хотя следы ведут как бы в другую сторону, но, ребят, мы не можем не проверить, я считаю. Видите? Так, это чем? Обнаружен нитрозапам, действующее вещество снотворных препаратов. Похоже, ее накачали. Понятное дело, сама бы она точно не пошла. В общем... Любителям шутеров и вот таких как бы небольших, как бы квестовых, поисковиковых всяких хреней, я думаю, обязательно в эту игру стоит поиграть. Для себя как бы могу отметить, что графика очень прикольная. Я не знаю, какая система боевки. Вот так, прямо в рожу. Ну, кому теперь смешно? Лучше не шуметь. Ликвидация. F позволяет устранять врагов быстро и бесшумно, но только вблизи. Я понял. Весело, я понял вас. Так, что у него? У него какой-то пестик, но мы его брать не будем. Потому что у меня-то оружие с глушителем, у него обычное. Давайте только возьмем через буковку R. Мило. Взяли мы патроны. Там чисто пока вроде. Давайте посмотрим сюда. Дальше мы не дошли. У нас тут, кстати, может, мы могли бы его сфотографировать? Нет, кстати, он может поговорить, поэтому мне кажется, его друзья будут обязательно искать. В общем, для себя могу отметить, что игра очень с приятной графикой, все очень прикольно сделано. Пока дальше мы, конечно же, проходить ее не будем, потому что это только краткий обзор, скажем так. Ну, вы знаете, в чем эта рубрика у нас, за что она отвечает и что мы в ней обычно делаем. Чувак, не знаю, она же совсем девчонка. Джаспер говорит, с ней ничего не случится, просто делай все по плану. Кто это? Видимо, этажом выше. Выберите приложение карты, все движущиеся объекты отмечаются на карте в реальном времени. Карта показывает, на каких этажах находятся движущиеся объекты. Нифига она мне не показывает. Ага, вон, да. Видите, треугольничек, значит, на этаж выше. То есть нам, соответственно, надо будет подняться на этаж выше. Вот там они над нами, и вольнуть им. Коридоры.
Вот лестница. Она идет вниз. Да знаю, знаю, мне нужно позвонить. Ты еще не везде пройдешь. Прыжка здесь, кстати, нет. По крайней мере, с телефоном он не прыгает. С пистолетом тоже. В общем, нам надо подняться на второй этаж и разобраться с этими плохими бандитами. Ну, а опять же, это только, ребятки, начало-начал. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Росси, это был шутер. Я думаю, вам он очень понравился. Если не понравился или понравился, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца это видео или не досмотрели, а просто перемотками. В любом случае, спасибо, что вы с нами и за то, что проявляете интерес к нашему каналу. Поставьте палец вверх и до скорых встреч. Я думаю, скоро будет стрим, скоро будут новые видео. Всем пока!